Ай. Ай, блин, ударился. Блин, поезд-призрак, зачем ты так сделал? Зачем у нас меня скинул с такой высоты? Будто привести не мог. Ай, теперь я себе спину сломал. Это Милан! Тыква, что делать будем? Ой, это Милан. Алло, босс. Тихо, блин, он нас сейчас спалит. Заткнулись, быстро. Валим отсюда, быстрее. Я все оружие возьму. Все, молчим и никуда не разговариваем. Все, валим быстрее. Все, понял, в туннель. Ай, блин, моя голова. Зачем он скинул? Теперь и голова, и спина валит. Сейчас я встану. О, все, встал. Так, я вроде попал в нужное время и в нужное место. Это, в принципе, туда, где я и хотел попасть. Тогда, когда мы шли со школы и решили развернуться и пойти в туннель. Хорошо. Так, где-то мы, значит, уже сейчас должны идти. Значит, нужно подождать еще немножко. Так, хорошо. Ой, я, кажется, звуки слышу. Меня и моих друзей. Так, быстро. О, вентиляция! Точно, спрячусь в вентиляцию. Все, они меня тут не найдут. Мистер Сыр, вы можете отойти, пожалуйста? Мы домой идем. О, да-да-да, проходите, дети, проходите. Как вы учились сегодня? А вам зачем знать? А так, просто поинтересовался. Нормально учились. Все, мы отошли, идите домой. Не ходите тут. Ха, странные какие-то. Ладно, ребята, пошлите домой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот сегодня радостный день, я сегодня пятерку получил. Да хватит хвастаться этой одной пятеркой. Я пятерки вообще не получаю, каждый день одни двойки. Ты просто плохо учишься, поэтому двойки и получаешь. А я хорошо учусь, каждый день пятерки получаю. И поэтому мне хорошие оценки ставят. Ладно. Яблоко вообще на тройке учится. Тройки — это не двойки вообще-то. Эй, ребята, давайте пойдем вон то заброшенное метро. Ты что, головой поехал? Зачем нам в это метро ходить? Ну, скучно же ходить со школы домой. Лучше пойти поиграть в метро. Да. Так что, соглашаемся? Не, я не хочу. Они обсуждают, пойти на метро или нет. Надо их остановить. Я соглашаюсь с Меланом. И кукуруза тоже соглашается. Ты зачем за меня сделал выбор? Мы друзья, понял. Короче, тыква не идет, да, я как понял? Тыква трус. Заткнись, я не трус, я просто жить хочу. А то я вас знаю. Вы сейчас пойдете в метро и не вернетесь. Я смотрел такие фильмы ужасов. Там люди заходили в заброшенное метро и уже не выбирались оттуда. Да это все сказки. Вот увидите сами, что это не сказки. А я пошел отсюда, вам не нужны лишние проблемы, я домой хочу. Иди к мамочке, плакса-вакса. Заткнись, потом сам увидишь, что случится. Потом не говори, что меня не послушали. Пока. Трус, реально. Может, реально домой пойдем? Яблоко, ты тоже струсил? Яблоко, правильно делаешь, если хочешь, пойдем со мной. Нет. Я с кукурузой буду. А кукуруза хочет остаться тут. Ладно, друзья, разворачиваемся и пошлите в это заброшенное метро. Да-да, пошлите. Сейчас вы увидите, там ничего не будет. Просто поиграемся и придем. Да, яблоко, ничего страшного, пошли. Ничего особенного не будет. Ай, ладно. Тыква просто трус, его не слушайте. Он пересмотрел свой фильм ужасов вот эти. И все, кукуха поехала. И он хочет нас сейчас напугать, что мы туда не шли. Просто понимаете, трус. А потом нас обзывает, то что мы трусы. Вот видите, я зашел в метро, ничего ж не случилось со мной. Странно. Со мной тоже. И со мной ничего не случилось. Как я и правильно думал. Ничего тут не случится особенного. Ха-ха, видите, ты раз просто надурить хотел. Да, полностью согласен. Сейчас мы поиграемся тут немножко и уйдем. Мы особенно ничего не будем тут делать. Сейчас только я свой рюкзак сниму. Так. Все, теперь нам удобно. Они же потеряются. Да не бойся, кому эти рюкзаки нужны. Кстати, тоже верно. Ладно, пошли. Так. И что мы тут сейчас будем искать? Я не знаю, мы же хотим поиграться. Ну давай поиграемся, давай поглубже в туннель зайдем. Там очень красиво, наверное. Они, видимо, уже в туннель зашли. Надо выбраться из этой вентиляции. Блин, она такая неудобная, я в ней залез и застрял.
Сейчас. Да ё-моё, заклинило, не открывается. Чёртов вентиляция. Сейчас. Опа, всё, вылез. Теперь надо пойти за ними, чтобы они там не нашли поезд призрака. А то если найдут, это будет та же самая история, что случилось со мной и моими друзьями. Да, как я и говорила, то же самое эхо, и они точнее, из прошлого сбросили сумки. Ладно. Эй, дети, вы куда пошли? Сюда, быстро. А? Кто это там разговаривает? Так я это уберу, пожалуйста, чтобы потом их нашли. Дети, алло. А? Вы кто? Я мистер полицейский. А что вы тут делаете? Вы зачем заброшенное метро пошли? Вам домой нужно идти. Это Мелон предложил. Да, это Мелон. Мелон, нельзя так делать больше. Дядя, почему так на меня похож? Не знаю, люди кажутся, что на друг друга похожи. Так. Все, давайте быстро отсюда уходите и все. Разойдемся. Не уж то было. Не разойдемся никуда. Ой-ой. А, это вы. Иди отсюда. Дети, уходите отсюда, вы быстрее. Быстрее уйдите. Второй, ребята, валим отсюда. За мной. Да не надо было лучше сюда идти. Так вам про Олега говорил. Ну вот мы и встретились, агент 007. Получай, Мелон, я же сказал, что я найду поезд. Не найдешь ни в прошлом, ни в будущем. Уйди отсюда. Ё-моё, нога. Уйди от меня, не трожь. Я тебе не дам забрать поезд-призрак. Поезд-призрак исключительно ничей. Получай, типа. Хоть ты когда-то был моим другом, но придется тебя убить, потому что... Ага, не убьешь, сейчас умрешь. Най, иди отсюда! Все. Теперь надо что делать? Получайте, черт возьми! Сдохните, я вас всех сейчас убью! Получай, ё-моё! Я просто так не сдамся. Найду поезд-призрак любой ценой. И все, что угодно отдам, чтобы только его найти. Он будет мой исключительно. Черт возьми, поезд едет! Валим отсюда, тыква! Даже если меня не за мою сторону, убегай! Подтверждаю, жить хочу. Ну идите, трусы, я заберу поезд-призрак. Он же все-таки прозрачный. Когда он остановится, я заберу контроль и уеду на нем. Ха-ха-ха! Гениальный план! Я гений, что сказать? Ха-ха-ха-ха! Ну все, поезд-призрак мой! Он теперь только... Иди ко мне! Я-то не прозрачный! Твою дивизию, какого фига? Какого фига? Нет, вентиляция! Ёшкин кот! Ё-моё! Мелон избили? Нет! Ай, ё-моё! Ах, ты ж, зараза! Что? А вот я что с прикола не понял, почему он нас не сбил? Даже не знаю. Дети, да? Что случилось? Вы этого не видели, понятно? Вам нельзя на такое смотреть. Ну мы же видели все. Да нет, все, я ухожу. Что за магия? Ну нафиг такие приключения. Фух, вот это нифига себе, меня чуть не сбило. Вот это повезло. Да, я, конечно, не знал, то, что у меня такая удача. Опа, вот и его голова, можно с ним мяч поиграть. Пускай он идет отсюда. Ладно, спасибо поезду-призраку, то, что помог. И за такую большую помощь. Черт возьми! Мелона сбили. И это получается, сейчас, если я вернусь обратно в будущее, в настоящее время, то... Меня уже там не будет?
Надо что-то делать. Ладно, у меня есть один шанс. Я могу провести ритуал, чтобы все части тела вернулись на место. А потом уже посмотрим, что будем делать. Ладно. Ахалай, махалай, части тела на место вернай. Фух, получилось. Теперь нужно как-то сделать так, чтобы он обратно вернулся к жизни. Так. Что мне сейчас делать? Я не знаю, что придумать. Как мне спасти его? О, да, мне же детство и бабушка рассказывала, когда я был совсем маленьким, то, что в этом мире можно делать так, чтобы душа перешла в другую душу. Ладно, попробуем. Давай! Я жил. А что случилось? Я помню то, что у меня переехал поезд. А дальше что? Дядя полицейский! Дядя полицейский, с вами все нормально. Все сюда быстрее. Бежим, Мелан, бежим. Бежим, Мелан, бежим. Фух. Бежим. Все. Прибежали. Что случилось, Мелан? Все, прибежали. Что случилось, Мелан? Дядя полицейский. Нет. Что он сделал? Что с ним? Почему он мертвый? Что с ним делать? Что стало с ним? Ха, что это тут? Ха, шприц какой-то. Ладно, может, кольнуть надо? Так. Ладно. Может, вот так надо? Что случилось? Почему я не помню ничего, кроме того, как меня сжигли или что со мной сделали? Поймали? Я сказал Мелану, чтобы он уходил. Что там? А, точно, вспомнил, сейчас же я был монстром каким-то. Да ладно, пофигу. Что случилось, дети? Тыква, ты что тут делаешь? Просто пришел. Что стало с Меланом, скажи, пожалуйста. Не знаю, с ним что стало. Он упал и не очнулся. Сейчас, минутку. Я пройду вперед, дайте, пожалуйста, я его лучше всех знаю. Так. Тыква, ты откуда тут взялся? Да я просто пришел, это мой дядя, полицейский. О, мой дядя. А ты не рассказывал про него? Да ладно. Несите сюда шприц быстрее, мы его вылечим, я знаю. Пока он не сгнил до конца, если он сгниет, мы не успеем. Быстрее. Быстрее несите шприц. Сейчас принесу, так. Вон там сумки был, сейчас, так вытащу. Опа. Блин, вытаскивайся давай. Сейчас, вот так. Сейчас, вот, все, вытащу. Оп, себя вколол. Нормально, тебе надо вколоть в них. Так. Все сюда, я вас вылечу. Так, кукуруза, держи ты шприц. Вот, получай, вот, держи шприц. И тыква, вот, держи на всякий случай. И Мелан, на! Дядя полицейский, живите. Что случилось? Я ничего не помню. Что стало? О, Мелан, ты ожил! Короче, с тобой что-то случилось, я точно не помню, что. Я не видел просто. Вы упали в оморок, когда я очнулся? Да. Вообще-то, к вам по желанию надо отсюда уходить. Да, дядя, надо уходить. Так что давай, племянничек, валим отсюда. Нате. Так, все, пока нас тут не было. Что это они кинули? Какая-то граната. А что будет? Яблоко, кукуруза, что с вами стало? Ослепли, видимо. Реально, а что тут случилось? Тыква, уходим отсюда. А как мы сейчас будем телепортироваться обратно? Не знаю. Я предлагаю позвать НЛО на помощь. Согласен полностью. Хотя...
Да, короче, давай зовем НЛО. 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 Где оно? Ай! Мелан, Мелан, просыпайся. Мелан, алло, проснись. Ай, что случилось, я не помню. Мы хотели пойти на заброшенное метро, а потом ты упал и уснул. А, ну тогда давайте не пойдем на заброшенное метро. Ладно, я сам не хотел идти. Давайте мы сейчас оденем сумки и пойдем домой. Согласен полностью, я тоже сам не хотел туда идти. Давай быстро оденемся и пойдем домой. Да, то мне знаешь, какой сон приснился, как будто с нами что-то случилось. Да, вот это был, кажется, вещий сон, что типа не нужно было туда идти. Да, ладно, пойдемте. Ну, слава богу, что с нами ничего не случилось. Пойдем домой. Да. Кстати, я 5 сегодня получил. Да ты уже нам это рассказывал. Понтовался перед тыквой. Да.